Ребят, всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу о новом способе приобретения подписки для Xbox. Многие пользователи даже на сегодняшний день до сих пор задаются вопросом о том, как купить и где купить подписку Xbox Live Gold, подписку Xbox Game Pass и тому подобные подписки, поскольку через консоль купить их, к сожалению, нельзя. Буквально недавно я нашел еще один способ покупки той или иной подписки, не выходя из дома. И нет, это не типичные интернет-магазины. С первого взгляда кажется, что данный ролик не имеет никакого смысла на существование, но вы не представляете, сколько людей мне до сих пор об этом пишет. Джамбо, где купить подписку, как это сделать и так далее. Короче, сегодня я вам расскажу и покажу, чтобы вы больше не задавали таких вопросов. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, чтобы помочь каналу в развитии. Спасибо. Начну с того, что народ наш стал очень ленив или слишком занятой, и у него нет желания что-то искать или брать через сторонние сервисы. О чем говорить, если многим людям даже иногда не хочется идти в тот же продуктовый магазин. Кстати, для таких людей Сбербанк и Инстамарт придумал сервис по доставке продуктов из магазинов, и называется он Сбермаркет. Чтобы что-то заказать, вам нужно либо скачать приложение, либо перейти на их сайт, выбрать магазин, в котором вы хотите что-то купить, и наполнить корзину необходимыми товарами. Ну а дальше просто заниматься своими делами, пока ваши продукты будут направляться к вам. Если совершите покупку, используя мой промокод, то на первую покупку у вас будет скидка в 199 рублей, поэтому вводи и пользуйся. Что касаемо подписок для Xbox, для очень ленивых и не особо доверчивых к сторонним сервисам, я нашел способ, как купить их через приложение Сбербанк Онлайн. Опять же, может быть, кто-то об этом и знал, но я нигде не видел информации и реально офигел от того, как я натолкнулся на все это. Как я вообще это нашел? Я просто хотел что-то оплатить, лазил по вкладке «Остальное», и как-то мне взбрело в голову написать туда Xbox. Ну, типичная для меня ситуация. И знаете, что вышло? Да, те самые подписки. Тут есть Xbox Live Gold, Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate, только не на все сроки, и, к сожалению, даже тут нет подписки на месяц. На самом деле, я вообще не понимаю, почему убрали такой срок. Ну, еще и подписки EA Access нету. И давайте при вас я попробую купить какую-нибудь подписку. Ну, к примеру, Xbox Game Pass Ultimate на один месяц. Так, нас просят ввести мобильный телефон, видимо, туда прилетит наш ключик. Нажимаем «Далее» и подтверждаем, собственно, покупку. И вроде как все, прям практически сразу приходит ключ на подписку через сообщение. А вот кодик вам пока не покажу. И давайте так, если на этом видосе наберется 2000 лайков, то я разыграю этот кодик в одном из следующих видео. Поэтому с вас лайк. На самом деле, я не очень понимаю, почему никто не афиширует этот способ приобретения. И как по мне, он очень удобен, поскольку все видно и все происходит намного быстрее, так как даже карту не надо никуда привязывать, поскольку все идет и так через Сбербанк. Через это приложение можно оплачивать и другие сервисы, к примеру, тот же PlayStation Plus, ну а также пополнять счет своего профиля. И если что, цены тут точно такие же, как в том же МВидео, поэтому если кому-то влом покупать через сторонние сервисы, можете купить подписку через Сбербанк. Что касаемо других банков, не проверял, так как у меня нет карт других банков, и если хотите, проверьте. Вдруг эта тема доступна и в других банках. Если же нет, то покупайте подписки через официальных дистрибьюторов, MVideo, 1С Интерес, ну и так далее. Когда же подписки вернутся в стор в Россию, без понятия, поэтому выживаем как можем. На этом, в принципе, все. Если видео для вас было полезным, с вас лайк, подписка на канал, ну а также напишите, знали ли вы об этом способе или нет. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч!